И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Как раз хороший денек. Я как раз рыбку споймал. Окунька. У этого, как его, лосося. Вроде большого. Да, уже хорошо. Взял одну приманку. Как раз неплохо ее реализовал. Так, подъедем это. Рыбное филе. Блин, все равно осталось нечетное количество. Ну ладно. Покинем, пускай пожарится. Так, и делаем один фундамент. Сейчас веревка доделается. Закруглю вот так вот дом. Так, а здесь будет такой балкончик, типа. С той стороны тоже. Потом здесь стенками все обустрою. Возможно, здесь еще будет выход где-то посредине, чтобы рыбачить можно было. Так, что тут у нас? О, уже почти подросло. Это хорошо. 3-4% света здесь. И тут 3-4. Значит, стенка ему не мешает даже никак. И следующая пошла. Вот, отлично. Скинем гвозди. И лишние доски. Вот. Так, и можно, конечно же, попользоваться, почему бы и нет, пеплом, раз у нас его много. На тебе. Быстрее вырастет, будет лучше. Тебе. Значит, чуть не хватило маленько. Так, сходим. Рыбку скинем в холодильник. Пока что. Подкинем сюда пепел, между прочим. О, хорошо. Так. Это сюда, что у нас тут? Поэтому. Металл, все, генератор скис. На тебе. Заряжайся. Блин, опять подвис. Холодильник работает? А работает. Ну, я, конечно, улучшить было бы неплохо. Но пока нечем. Так, и что мы можем с собой взять? Вот это. И вот это. О. Так, ставим металл. А, тут уже есть. Немножко плавится. Так, верстак тут есть. Что у нас по платам? Ой, блин. Или ключик все-таки сделать. Мне скраб. Нужен скраб. С металлом проблем не должно быть. Тут металл есть. Надо занять за скрабиком. Доски, скраб. Сделаем ключ, пойдем поищем все-таки ящик какой-нибудь. Поищем более-менее какой-то нормальный лут. Так, давай скраб. Доски. И что там еще надо было? Металл. Металл там. Металл уже на месте. Потом вечером, если хватит энергии, значит, сделаем эту вот плату еще одну. Не плату, ну да, синюю плату можно будет сделать. Так, давай-ка металл. Восемнадцать штучек. Оп. Есть контакт. Так, тут плавится, все хорошо. Сколько, наверное, этот вот нужен? А так все есть, только надо зайти, было взять две жемчужинки и 6 плат. Ладно, пускай ключ пока делается. Все, он уже, наверное, сделался, неважно. Так, будет погода хорошая, это хорошо. Как бы это ни звучало, но так оно и есть. Так, 6 плат. Не густо, но есть. Так, и что там еще? Жемчуг нужен, 2 штука. Есть. Так, вот это вот еще бы сделать, но это не сейчас. Что у меня по патронам пока хватает, но можно, наверное, еще один сделать. Ну или минимум 2. Пускай будет на всякий пожарный. Мало ли вдруг пригодится. Так, еще я еще хотел прыгнуть, посмотреть, нет ли тут рядышком. Иногда жемчужина здесь появляется.
сегодня. Заодно искупаемся. Так, ну, вижу ящик уже. Пропускать не стоит. Тем более его никто не охраняет, да? Ну, кроме зайца, конечно. Но заяц нам не помеха. Странно, жемчуга нет. Для жемчуга надо идти на другое озеро. Тут, конечно, можно находить. О, спичку дали. Они железо ли это? А, чтоб ты был здоров. Мишка-попрыгушка, блин. Хорошо, что на голову раньше мне не спрыгнул. Так, помидорка, это хорошо. Такой волк. Да ладно, тебе еще одна сумка. Блин. Ну как, блин, это хорошо. Так, все-таки он забубнел. Зараза, все-таки он забубнел. Ну, раз ты говоришь, хочешь в сумку, пошли. Или в карман. Я не против. В холодильнике место, в принципе, заканчивается уже. Вообще-то. Потихонечку. Так что надо больше есть. Ягодка влезет. Еще как влезет. Пошли, пошли. Так, так, так. Внезапно появился сахатый. Это же ходячие жилы. Мне нужны они. Есть. Тут главное, чтобы, когда я в него последний раз попаду, было, чтобы дерево нормально, чтобы можно было его порубать. Там масса пускай подкопится, пока ничего страшного. Мы никуда не спешим. День только начался. Так, где ты? Где ты, горе? А, вижу. Блин, испугал его, ё-моё. Лишний раз. Так, по-моему, руки, потом у меня кумарит, это грязные руки. А куда ты запулил? Стрелу, что даже лось на нее не среагировал. О! Походу в воду перекинул. Или куда я его там мог перекинуть? Да, скорее всего, она же улетела в воду и лопнула, а там сломалась, в смысле. Вот не точно. Так, ладно, плевать на эту стрелу, давай. Давай, лося. Есть, побежал. Давай, 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 братан, я тут. Чик, чик, чик. Раз. Все, все, все. О-хо-хо-хо. Еще раз улегся. Ох, ушками даже шевелит, прикольно. Да ладно тебе, сколько ты можешь ушами шевелить? Ну, как хочешь. Продолжай шевелить ушами. Так, давай мне все мясо. О, неплохо так. Только вышел из дома, уже столько всего налутал. Так, моем руки и возвращаемся обратно. К нашим повседневным делам. Так, не обманут ли меня глаза, он еще один лось идет. Это сегодня что, лосиный день? Так, ну давай, что ж, место есть для тебя. Только в воду не... Правильно, правильно, в воду не беги. Ты куда, все-таки, а, нет. В воду он не пошел, ну, что-то далеко не уходи. Есть контакт. Так, еще одна стрела, он пойдет на меня, это хорошо. Присядем на всякий. Пошел? Пошел. Давай, 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 давай. На тебе по носу, по лбу. Раз по лбу, раз по носу. По лбу, по носу. Как тебя крутануло-то.
Лосик пытается что-то сделать с деревом. Ладно. Так, отлично. Четыре кожи, не выходя из дома особо далеко, не уходя. Так, что там есть хочет? Давай курочку подъедай. О, хорошечно. Так, делаем еще одну плату, то я все-таки... Вон железка, кстати, кусочек. Сейчас это все дело в холодильничек выложим. Давай, 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 пока не пропало. Мясцо. Так. О, уже неплохо так. Набралось лосиных стейков этих. Так, можно даже попить. И можно одну помидорку съесть. Так, ну что вы тут? Водички вам подбить, что ли, пока здесь? Давай. И метал. Метал обязательно забираем. Так, тебе метал. Ага, все переплавилось. Потихоньку энергии. Че так мало энергии было, блин? А, ну да, я ж потратил. На тебе еще жира. Так, ну что, железо тогда? Я думаю, железо, либо что? Потасиум. Ну, а давай потасиум переплавим, там мало его. Как раз сделаем. Так, синюю плату. Раз, два, три, четыре. Чик. Пошло дело. Так, отмычка это мне. А это сейчас скинем. Кошачью веревку можно было бы сделать. Ладно, сейчас сходим, сделаем. Так, плата там делается. Так, это скинем все сюда, вот. И вот это вернем. Маловато, конечно. Немножко еще досочек порубал. Так, спичка. Спичку где я сложу? А, вот, есть спичка. Так, это сюда, это туда. Это... Патроны мне. Рога куда? Где-то здесь, по-моему, были. Да, есть. Можно будет еще клей сделать. Так, веревочку. Это в печку. Блин, надо подкинуть. Немножко дровишек, штук 6, наверное. О, как раз что-то такое. Четко. Наберем воды. Это сюда. Одну помидорку. Пойдет. Так, и кожи. Сколько я могу? Пока не буду делать, в принципе, хватает. Так, это мне. Так. Это снова мне. Так, давай закругляю уже здесь. Вот так вот. Наш плод. Такой странный звук был. Показалось, наверное. И здесь тоже. Отлично. Ну вот. Что ты говоришь, выросла? Так, кроме помидорки, да? Ну, до вечера подожду. Зайцы непуганные ходят. И пепел выложим. Так, пока сюда. О, где-то здесь внизу. Вот и хорошо. Так, давай еще пару морковок съешь для полного счастья. И погнали. Погнали, еще, может, лося найдем. Че бы нет. Там пока потасим переготовиться. Синяя плата сготовилась. Вечером, в принципе, можно будет сделать еще один, наверное, как его. Тут дерево не рубанное. Еще одну бы этот вот расширитель сделать. И базу надо, да, все-таки до ума доводить. А то пишут, зима идет. А ты все еще в сарае спишь, в смысле живешь. Так, что я хотел? Что-то я хотел. А, плату. Посмотреть заодно, что там надо. Эй. Ну, так высоко ты, блин, сел. Вот спустись, во. Так, куда ты влез? Так, расширитель. Так, а, ерунда. Так, 5 скраба. Главное 5 скраба найти. Это все остальное ерунда. Тут все есть. Так, ну что ж, первый возле долины лута, ой, возле горы Шахтер, ящик бывает, так что идем туда. А по дороге, конечно, дерево рубим. Так, ну и по дороге, конечно, не забываем про это большое дерево. Все-таки червячок на приманку никто не отменял. О, я вижу морковку вон еще. Это хорошо. Так, немножко дерева на камеру. И, оп,
есть. Что там дали? Семечко. Ну ладно, семечки, 3 морковки вырастет. Правда, не сразу, конечно, но... Так, цинк. Цинк, ну ладно, уговорил. Пойдешь со мной. Аж даже 2. Хорошо. Так, тут есть? Так, есть металл. Это же металл? Металл. Берем. Так, кстати, кирка скоро вылетит. Совсем вылетит. Надо делать еще и кирку одну. Так, тогда заказывай доски. 1, 2, 3, 4. Блин, дерева мало осталось. Доски, 2 веревки надо. Что тут по веревкам? Блин, нету. Так, цинк. Давайте возьмем все-таки железо. Цинк у меня там есть немножко. Сейчас она рассыпется. Блин, последняя кирка. Последний удар кирки. Так, Михаил, обойдешься. Блин, тучки. Мои любимые тучи. Так, ну что ж, ищем ящик в таком случае. Раз такое дело. На полянке его нет. Это уже плохо. Но это еще ничего не значит. И здесь он может быть. И вот здесь. Где он только не может быть. Эти охотники, блин. Тут везде, повсюду. Вот здесь я его сколько раз находил. А, вот он, кстати говоря. Так, ну что ж, сохраняемся, во-первых. Если будет фуфлыжный лут, я буду перезаходить. Так, ну... 4 катона, даже 5. Тут даже без разговора. Без разговора, тем более еще и этот скраб есть. Шикардос. Даже не пришлось перезаходить. Делаем и уходим отсюда. Ну, а, кстати. Блин, зайти посмотреть еще раз. Да, мне кажется, что у них уже база должна быть готовая. Ну, сколько можно уже. Ага, выглядит вот. Ух ты, блин. Ой-ой-ой. Че он как с пистолетом, в смысле, как с автомата там стрелял? Ту-ту-ту-ту. Фига себе. Че такое? Я ж только подошел. Блин, хорошие соседи. Пришел к ним за солью, а не с пистолетом мне. Бах-бах-бах. Так, курица, стой, хоть на тебе отыграй, сиди сюда. О, молодец. Не пошли эти тюлени? Вроде нет, ну и хорошо. Так, зайдем к третьей базе. Навестим. Те пока мирные, не трогают меня. Пока что. Почему-то он все еще один, у меня такая большая база, он все еще один. Странно. Все равно зайдем, посмотрим. Так, ты хочешь есть? Ешь. Пока не пропало. Так, а на этом камушке случайно металла нет? Так, ну я вижу, вон они уже начали потолочек делать. Дела у них идут неплохо. Вполне себе. Но почему-то... Ага, нет, уже он не один. У него появился кореш. Ну, трогать его не будем. Хоть он и без шапки. К нему можно подбежать с топором, да зарубить его. Ну, конечно, получишь пару плюх, пока будешь к нему подбегать. Ну, это ладно. Кто это у нас? А, поросенок. Это бесполезное животное. На него даже нету этих вот таких рецептов приготовления, кроме жареного мяса. Нет какого смысла. Хотя бы в печке можно было сделать там... Чё, блин, пугаешь меня, Олежка. В печке хотя бы, если бы можно было его готовить там с, ну, с картошкой, допустим, и с морковкой. Ну, такое... как бы такое, в средней примитивности блюдо. Там другое дело. Я думаю, его часто бы охотились. А так, и чтобы он кожу больше давал. А то, что он дает? Одну кожу, одно мясо и все. И жира немножко. И смысл. Это он любое животное столько дает. А медведь так и то больше в 2 раза. Так, о, ракушка. Это же ракушка. Блин, нифига это не ракушка. Сверху казалось, что ракушка. Вот, блин. Обрадовался. А, вот эти полосочки меня обманули. Полосочки. Так, ну рубанем еще дерево. Так, стой, 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 курочка. Ну куда ты к волку бежишь? Ну ты зараза. Хитро.
хитроумная. Ладно. Говорит, банан тебе не дамся. Живой не дамся. И побежала к волку на растерзание, да? Ну да ладно. О! Кролик. Не, его не поймаешь. Не понял, что это меня подкинуло, блин. Так, плюшка. Плюшка железа. Нет, это то, что я не беру. Так, вот сумочка. Виднеется сквозь траву. Давай-ка. Два сникерса. Ну что ж, тоже неплохо. Ну, как минимум курей можно будет покормить, а как максимум в голодную пору времени, когда не хватит еды, можно будет и подъесть их. Пару батончиков. Так, мияха и волчара. Блин, у меня не хватит. Жалко кирку выломать, так поэтому я ее оставлю. Еще один скрабик нужен. Мне нужен еще один ящик. Еще один ящик дерев... Блин, там металл, здесь металл. Как назло. Тут ящичка нет. Ну, дайте хоть один. Ну или хотя бы сам швеллер. Чего уж там. Банан тебе, а не швеллер. Ладно, тогда заберем дерево. Так, случайно сагрил мишку. Придется возле ее встречать вот его на этом маленьком деревце. Мишанька. Главное, чтобы никто сзади не подошел, да что-то шуршит. Шуршит это... Ну, ты прям... Прям как будто через себя дерево выросло. Привет, Мишка. Может быть, вот так пойдешь на превьюшка, может быть, лоси пойдут. Кстати, темнеет уже. Мясо берем, а то уже сгнило, не успел съесть. Мяско уже подгнило, зараза. Я что, пришел к этому озеру, думаю, помыть руки, как минимум. Мы уже раз медведя зарубали, плюс. Может, все-таки где-то жемчужинка будет. Все-таки озерцо большое, тут можно найти целых даже два иногда. А иногда и не... И волк. И волка вон. Ты же не пошел ко мне, правильно? Правильно, молодец. Ну не ходи ко мне. Так, что это? Это опять же... Нет, он не прет меня на этот жемчуг. Вообще прям. Стекло. Ну, не знаю, такое себе. У меня кирки все равно нету. Я нашел один скраб, но я думаю, лучше я-ка я его оставлю. Сейчас дождь пойдет, кстати говоря. Оставлю-ка я его лучше для... Вылазь давай, для платы синей. Блин, опять там волчара, тут волчара. Так, пошли с другой стороны озера обойдем. Хулиганье тут обосновались возле водопоя. А, кстати, насчет водопоя, ты пить хочешь? А где фляги? Конечно, ты их оставил в печке, молодец. И курица уже уснула. Ладно, потом разделаем ее. Думаю, не должна пропасть. Жалко, что он не может персонаж определять, как быстро еще, как бы долго еще мясо будет свежим. К сожалению, вот этот вот косяк. Блин, я так далеко, а мне возвращаться еще далеко. Ой-ой-ой. Что-то я задержался. Слышь, заяц, стой. Стой. Так, Мишка, даже не вздумай ко мне идти. Все-таки он вздумал ко мне идти. Ну-ну-ну-ну, зайка, стой. Приведи меня к швеллеру, давай. А что это вы обманули меня? За двумя зайцами погнали? Алле. Там сумка, там волк. Алло. Что там за табун за мной помчался? Ой-ой-ой. Как минимум трое за мной бежит. Да, курица? Если приведешь ко мне к швеллеру, я тебя не споймаю. Ну, раз ты не привезла. Давай, давай. У тебя еще есть шанс. Ты его пропустила. Упустила, точнее. Так, слушай, Миша, ты отстанешь от меня? У меня как бы... Стаминка-то заканчивается. Ты что, еще бежишь? Да ты посмотри на этого козла. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, стамина-то. О, отлично, дерево.
Так, тихо. Отдыхаем. Съедим помидорку, что ли? Воды нет. Кстати, вот и батончики пригодились. Так, я ухожу. Потихонечку. Ты там стой. Да-да-да, вот стой там. Молодец, а я пошел. Тут главное теперь еще на кого-нибудь не нарваться. До дома еще бежать долго. Ну как, не очень. Но бежать еще надо. Швеллер я уже походу не найду в этой темноте. Так, еще кто-то там. Нету ничего. Ну тогда рубанем деревцо. Не замерзнем, думаю, до смерти. Так, есть контакт. Ой. Тихо. И то. Началось, блин. Дождик. Начался дождик, да уж. Минус 5, ого, надо бежать быстрее. Блин, у меня такое ощущение, что я согрел волка. Но это не точно. Эх, погодка. Так и шепчет. Беги домой. Блин. Выскочил. Так, потихонечку обходим. Как-то так. Я даже не видел, кто это был. Так, так, хорош там мне здоровье отнимать. У меня его так немного. Ой, камень. Внезапно на камень налетел. Дать еще. Ага. Здоровье опять кончилось. Блин, надо зайти мясо скинуть. Эх, погодочка. Давай, 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 давай. Давай-ка переплавь стекло. Так, что там говоришь? На это, блин, одной штучки не хватило. Ну, е-мое. Так, жрать. Быстрей. Так, это с собой можно взять кусочек. А это скинуть. Пока сюда. И вот филешку рыбки. Что там такое? Идут ко мне, что ли? Блин, давай. Или он просто рыбачить пошел? Походу, он сам не определился, что ему надо. Так, это забери. Я говорю, забери. Это скинь. Попить. Набрать. Деревце подкинуть. Так, значит, швеллер один берем. Как раз мне больше не надо. Вроде бы, ну возьми все. Что уж там. Платы там не нужны. Так, тут, кажись, уже все выросло. Не знаю, что он там делает. Охотничек тут выходит с лампочкой. Наверное, он пытается охотиться на медведя, вон, который впереди идет. Но это не точно. Помидорки. Котом сразу садим. Ты еще не до... Да, ё-моё, еще не доросло. Не знаю, что он там думает, но что-то он там думает. Так, курица сейчас горит. О. Подъешь. Так, курочка, давай. Иди туда же. Тухлячка. Киш. Эй, блин, застрял там. Так, ой. Ну, вода есть как бы. До утра подождем, может, наполнит. Что-то там наполнит. Так, на тебе. О, 15 штучек. Неплохо. Так, она семечка и есть, да? Так, 5. Ну, давай вот так вот посадим, короче. Хотя лучше бы, конечно, только помидоры садить. Либо подождать уже. Ладно, скинем сейчас все. В таком случае сюда. Червячки сюда. Веревочки.
Так, ну идемте сделаем тогда еще одну эту... как его? Расширитель. Сколько там у меня их будет? 5 или 6? В общем, неплохо будет. Так, здесь что? Вода. Исчезла, кстати, генератор скис. А нет. Походу, он потратил всю энергию. Так, плату. Один слиток. Так, куда ты лезешь все время? О, расширитель. Есть контакт. Мерзнет. Волчий хвост. Так, это сидим. Одну помидорку тоже. Пока зря я ел, конечно. Так, курицу, походу, опять спалил. Молодец. Поставил курицу. Так, есть расширитель. Все, возвращаемся. А, это бомжи. Пришли, костер развели. Что-то вы прям совсем рядышком возле меня появились. Нехорошо. Так, ну ладно. Рано или поздно пойдет переработчик массы. Так, и вот. 5-й все-таки. Ну что ж, блин, металл не выложил, ну ладно. Ну что ж, вот такое вот было видео. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.